25 августа с утра пораньше наша съемочная группа отправилась на форум молодежного актива по делу. Мы едем на очередной молодежный форум. С нами Мария Тимонина, которая отвечает у нас за ММЦ. Ну и, конечно, Алексей Устинов, который будет все это снимать. Мы успешно добрались до места проведения мероприятия. Далее нам предстояла регистрация, после которой нас распределили по условным командам-городам. В общем, мы получили такие классные бейджики. У нас есть ключи от номера. Город 1, 2, 3, пожалуйста. Мы идем на заселение. Затем нам предстояло заселение. Времени хватило только закинуть вещи, ведь через 5 минут началась VIP-встреча с гостями форума. Первым выступил глава Ленинского муниципального района Олег Владимирович Хромов. И идея все-таки сегодняшнего межмуниципального форума – то, что мы находимся все рядом, мы сопредельные территории, и даже с Лыткарино нас когда-то соединит мост. Мы находимся и по разные стороны Москва-реки, но нас очень многое объединяет. Моя задача, я первое, что ставлю перед собой, чтобы ребята уехали с пониманием, что это все наша родная земля, все границы условны, все главные настроены на созидание, и мы готовы помогать любым молодежным инициативам реализовываться, в том числе там, где требуется совместное решение для того, чтобы определить комфортность проживания на сопредельных территориях. Далее слово было предоставлено Сергею Дьячкову, заместителю руководителя администрации городского округа Лыткарино. Я хочу выразить большую благодарность руководству Ленинского района за то, что молодежь Лыткарино сегодня смогла влиться в этот замечательный проект, за то, что ребята здесь получат новые знания, за то, что они смогут изменить свой взгляд на ту работу, которую проводят главы, ту работу, которую проводит руководство страны. У нас около 25 человек, наши молодежи активные, приехали на этот форум. Конечно, наше основное такое крыло – это молодая гвардия, это наши ребята, которые активно участвуют в жизни города. Ну и, конечно же, это ребята, которые вошли у нас в молодежный парламент, ребята, которые вошли у нас в совет при главе города Лыткарино Евгения Викторовича Серегиня и молодежная избирательная комиссия. Чтобы участники во время форума не смогли переходить из города в город, им раздали специальные браслеты. У каждой команды свой цвет – белый, синий и оранжевый. После знакомства с жителями городов, иначе говоря, участниками команды, мы отправились в отдельную аудиторию, где нас разделили на 4 градообразующих направления – центр управления ресурсами, команда испытания внутри корпуса, уличные испытания и интеллектуальный квест. Сейчас, вот эти 2 часа, мы решили отойти от обыкновенных вещей, рассказывая, вас ждет вот это, вы будете заниматься вот этим. В общем, благодаря, скажем так, градообразующему предприятию в виде командообразования, каждый получает часть информации, читает, обменивается и составляет саму идею, о чем же игра. Ну, в общем, мы пытаемся сейчас разделиться в своей команде на 4 части. Это, на самом деле, очень непростое решение, потому что это градообразующее мероприятие, и как в любом городе должна быть администрация, как говорится. И вот сейчас мы пытаемся, как капитаны команды, решить, кто из нас будет управлять городом, кто будет отвечать за средства массовой информации, кто будет проходить квесты, ну и так далее. Испытаний сейчас много, пока то, что мы читаем, мы, если честно, не совсем понимаем. Вот нас 20 человек, нам придется разделиться на 4 команды, на 4 части. По 7 вроде как в каждой, а оказалось то, что в администрации много-то людей не может быть. И вот сейчас у нас начнется, наверное, битва, кто будет властью, кто будет простыми горожанами. После прохождения стадии командообразования каждому направлению был выдан маршрутный лист с заданиями. При выполнении каждого из них участникам необходимо найти агента, который подтвердит правильность выполнения, даст рекомендации или расскажет, что нужно сделать на данном этапе. Итак, я присоединилась к группе интеллектуалов. У нас есть некоторые викторины, которые мы обязаны пройти. И вот сейчас мы только сейчас определились, что конкретно нам нужно сделать, и мы идем на поиски приключений. На первом уровне нас ждала загадка. Если бы это находилось в квартире, то это было бы 2-й комнатой. Если бы 2-я комната была похожа на букву «Д», то это бы находилось в верхней ее части. Только совместными усилиями можно добиться высоких результатов, поэтому участники нашей команды старались прислушиваться друг к другу. Давайте представим, вот мы в квартире. Угу. Если мы заходим, что у нас находится во 2-й комнате? Мы входим в квартиру, у нас коридор, душ, правильно? Ну и, конечно же, мы испытали настоящую эйфорию после правильно отгаданной 1-й загадки. Мы все вместе здесь, и мы видим вон там та цель, которую нам нужно было достичь. Ура! Ура! Нам есть друг у друга чему поучиться, это очень важно, потому что это будет очень большая площадка объединения опыта и рождения новых идей.
где-то управленческих, где-то настроенческих, где-то понимания вообще, а как сделать лучше. Потому что, открою секрет, мы взяли часть муниципальных проблем вообще на территориях для того, чтобы их вшить в рамки этой деловой игры. Если сможешь у реки чудо-дерево найти, там ты мудрость обретешь, красное здание что найдешь. Что если это вот в дупле что-то лежит? Так мы выяснили, что чудо-дерево находится именно там. Часть нашей команды уже на той стороне, а теперь нам нужно перебраться вплавь. Ну что, плывем? Ладно, это была шутка. Шутки шутками, а загадки бывают самые разные. Что можно сказать, какая была первая загадка? Давай, иди сюда. А первая загадка была, мы даже сразу, если что, не поняли. Мы тоже сразу не поняли. Мы нашли номер, в который лежал конверт, ну, а после уже игра сапер планом каким-то непонятным. Вот сейчас вот пришли. Здесь что-то, да. Что здесь предстоит на этом испытании? Пока не знаю. Ну, давайте вместе с вами продолжим смотреть, что здесь происходит. Давайте. С чувством юмора у наших агентов тоже все в порядке. Пой песню. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой, летом Нормально. Страная зеленая. Деловая игра «Города» проходит в течение 4 дней. Каждая команда будет получать кейс задачи, которые необходимо решить всему городу. Управляя своим бюджетом, команды могут потратить его или увеличить. Поэтому впереди участников форума ожидает насыщенная образовательная программа. У нас весь день будет разделен на две части. Первая часть, получается, это тренинговая часть, фасилитационная часть, когда... Может быть, где-то можно будет назвать это лекциями, где ребята будут узнавать о современных методах управления муниципальным образованием, что такое бюджет, как составить бизнес-план, антикризисное управление. А вторая часть, они будут делиться и заниматься управлением города, того, которое они придумают, они будут считать бюджеты, понимать, как они будут увеличивать рабочие места. Вот это вот все будет у них. А вечером презентация, защита, ну, какие-то творческие штуки. От эффективности каждого жителя зависит общий результат. Это правило применимо не только для форума, но и для жизни. Организаторы надеются, что благодаря таким мероприятиям повысится уровень вовлеченности молодежи в процесс решения возникающих проблем в любой сфере деятельности, не через постановку, а через предложение по решению или реализации вопроса. А мы желаем успехов всем участникам форума и ждем положительных результатов. Мария Тимонина, Варвара Можаева, Алексей Устинов. Специально для ММС Лыткарино.